Следователи выясняют подробности ЧП, которое накануне произошло в УГТУ. Там внезапно в лифте почувствовал себя плохо 19-летний студент, приехавший учиться из соседней Архангельской области. Спасти парня не получилось. Предварительная причина смерти – остановка сердца. На сайте вуза появилось фото студента и слова соболезнования родным и близким. Никита Васильев, как указывается, был жизнерадостным, добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Сама трагедия, как уточняется, произошла 3 февраля.